В общем и целом, борщевику категорически все равно на все те ухищрения, на которые я иду. Поэтому я буду просто его вырубать, не давать ему расти. В общем, абсолютно все равно посыпаю я тут чем-то, не посыпаю. Он растет, как растет. Ему абсолютно все равно. Прям вот абсолютно ему все равно. Так что будем прерывать сугубо механическим методом. И в перспективе года посмотрим, к чему это приведет. Покосил борщевик, который не покосил, подрезал, оставил сохнуть на солнце. А я тем временем принарядился, потому что вот там вот как-то он прям очень внезапно появился на горизонте. Такой вот огромный-преогромный борщевик. Я сейчас постараюсь к нему пробраться и его, так сказать, подрезать. Он просто, блин, громаднейший, зараза. Я с собой штатив не взял. К сожалению, не получится показать, как я его чикаю, но сейчас буду сейчас аккуратненько чикать. В общем, в ближайшем окружении тут его прям дофига на самом деле. И то, что я сейчас эти соберу, принципиально ничего не изменит. В общем, обрубил их, чтобы они как минимум не разлетелись. И сейчас буду искать какие-нибудь службы государственные, чтобы приехали, потравили его к чертям собачьим. Если вы вдруг знаете контакты таких организаций, какую-нибудь горячую линию государственную по вопросам борьбы с борщевиком, напишите, пожалуйста, в комментариях, куда обращаться. Поставьте лайк. Подпишитесь на канал. Борьба продолжается.